Всем огромный-огромный привет! У нас сегодня получилась очень большая закупка. Здесь продукты и не только. Мы были в Магнит Косметик. Кое-что покажу, что купила. Ну и в продуктовых магазинах. Это Магнит и Пятерочка. Сегодня огромная закупка, просто потому что вот мы с мужем наконец-таки смогли спокойно походить по магазинам. И решили сразу сделать большую закупку, потому что в ближайшие дни у него не будет возможности со мной сходить в магазин. Вот и все. Поэтому здесь в основном молочка, овощи, фрукты, кое-какие вкусняшки. И по мясу, чтобы не было вопросов, по мясу я пока ничего не беру. Во-первых, в прошлой закупке вы видели, я взяла много индейки. И плюс у нас очень много заготовок. Девочки видели, я показывала из говядины. Мы закупали очень много говядины. В районе 10 килограмм говядины у нас было, и, в общем, я понаделала заготовки, поэтому по мясу пока у нас очень-очень всего много. Ну, а вот такая вот у нас получилась закупочка. Сейчас хочу на штатив поставить вас и, в общем, так показывать, потому что так не очень удобно получается. Начать хочу с магазина Магнит Косметик. Мы сегодня попали на скидочки. Там было 20% скидки на белые ценники. Ну и покажу, что мы купили. Взяли вот такой вот шампунь Клеомен 2 в 1. Это который большой формат, 400 миллилитров. 300 рублей обошелся нам этот шампунь. Ну, это для мужа и сына. Также взяла вот такой вот гель для стирки Синергетик. Он идет детский, но он идет как гипоаллергенный, поэтому я им стираю и детям. И у нас, кто знает, есть французский бульдог Марсель, он у нас тоже аллергичный. И вот его подстилки и лежанки, в общем, все-все-все я стираю вот этим вот гелем. И гель этот тоже был на скидочке, 250 рублей. Здесь у нас объем литр. В общем, это была самая выгодная цена из всех, которые я видела. Смотрите. Взяла вот такую вот штучку себе. Это массажер для тела. За 240 рублей. Это уже по скидке. Так он стоит 300 рублей. В общем, вот такой вот массажер. У меня раньше был такой. Покупала я его в фикс прайс. Но он очень быстро разлетелся. И потом я долго нигде не могла найти. Но он мне нравится. Вот эти вот штучки очень классно массируют. И, в общем, я его использую в душе вместе со скрабом. Вот такой вот гель для подмывания, мое солнышко, без красителей и отдушек, фокус, идеально для девочек. Вот я беру это для дочки, и сама тоже могу им пользоваться, я одно время им очень плотненько пользовалась, он не вызывает никаких ни раздражений, у него нет никакой отдушки, в общем, он очень классный, комфортный и... Никаких нареканий к нему нет. У меня дочь тоже аллергик, но на вот именно это средство у нее нет аллергии. Брали сколько более дорогих, еще когда она была даже маленькая, для прям вот младенцев, и они вызывали у нее аллергию. Вот это не вызывает. И он тоже был со скидкой 20%, он нам вышел 144 рубля, так он стоит 180. Так, еще взяли вот такой вот... освежитель для воздуха, это уже выбирал муж аромат, мне, конечно, нравится после дождя, но вот взяли в этот раз ягодный взрыв, не знаю, посмотрим. Такой, честно говоря, еще ни разу не брали. Либерхаус, это уже из Пятерочки, но решила вам показать, пока не продуктовые, показываю покупки. 100 рублей стоит этот освежитель для воздуха, ну и пакетики, как всегда, пакетики беру для прогулок с Марселем. 100 штук, 30 рублей стоит этот рулончик. За своей собакой мы всегда убираем. И не понимаю тех людей, которые не убирают за своей собакой. Теперь давайте пройдемся по товарам из Пятерочки. В Пятерочке взяла вот такую вот сметану Простоквашино, 20%, 300 грамм. И стоимость ее была 76 рублей, ну, уже со скидкой. И снова повторили мы вот такой вот творог, славянские традиции. Это белорусский творог, очень он нам понравился. Прям вот этому продукту белорусскому я реально могу прям вот петь оды. Другие как-то, ну так себе, вот это вот классный. Творог 5%, здесь 355 грамм, и стоит он в Пятерочке 100 рублей. Я вот взяла две упаковочки. Так,
кто без чего не может жить, муж, это вот такой вот кетчуп Махеев чили. 70 рублей за вот такую упаковочку, но он, в общем, добавляет его много куда, поэтому берем вафли, вот такие вот вафли коровка, Ротфронт, вкус топленое молоко, 300 грамм, 110 рублей. Сыр пармезан, тоже мои мальчики его просто обожают, и, кстати, Марсель тоже любит сыр, и я ему иногда чуть-чуть даю. Он был тоже на скидке, брали его в Пятерочке, килограмм стоит 959,20, ну а у нас здесь около 300 грамм на 260 рублей вышел этот кусочек. Затем взяли вот такие вот плавленые сыры, два президента сливочные, за 8, цена была 80, и вот такие Хохланд чизбургер 85 рублей. У меня тоже... Любят и дети, и муж, ну и я на завтрак вот такой вот сыр быстренько. Творог, какой творог, йогурт свежее завтра, вот такой вот с грушей, наконец-то появился в Пятерочке. Очень нам полюбился, взяла две вот таких упаковки, стоил он 60 рублей за упаковочку. Био-кефир Пискаревский 2,5%, 500 грамм, 38 рублей. Это я взяла, у нас Марсель кефирчик пьет. Так. Покажу вам еще одну вкусняшку, которую мы взяли в чай. Это вот такие вот вафли. Вафли голландские с вареной сгущенкой. Здесь 770 грамм. Это Дымка, производитель. Добрые сладости. Такие вафли мы уже как-то покупали. Стоят они 190 рублей. Вот это вот упаковка. Здесь у меня такая вот палеточка. Три десятка яиц. S1, Роскар. И они тоже были по приятной цене. 157 рублей за вот эту вот палеточку. Так, хлеб взяла вот такой вот оладушкин гамбург на закваске зерновой. Вот такой вот он темненький. Здесь 400 грамм вот эта вот буханочка, он уже нарезанный, 68,19 его цена. Также здесь у меня помидоры вот такие вот фламенко сливовидные. Вот взяла 200 рублей за килограмм, у нас здесь 450 грамм на 90 рублей. И еще взяли вот такой вот картофель фасованный. Он был по 22 рубля за килограмм. У нас здесь 1,7 кг. С небольшим, в общем, на 38 рублей вышла вот эта вот сеточка. И дальше я вам покажу покупки из магазина «Магнит». Растительное масло взяла в этот раз вот такое. «Альтера» подсолнечное с добавлением оливкового. Стоило оно 110 рублей. Капуста. Вот такой вот огромный качанчик, по 13,5 рублей за килограмм. У нас здесь 2 килограмма 300 грамм на 31,5 рубль. Так, капусту показала. Огурцы. Огурцы такие же взяла, как и в прошлую закупочку. Гладкие, по 56,10 они были за килограмм. У меня здесь полкило на 28 рублей. Очень вкусные оказались огурцы, поэтому повторила. Также в «Магните» взяли вот такую вот замороженную смесь «Мираторг», карибская смесь. Очень она нам понравилась, она была на скидке по 120 рублей. Бананы. Тоже бананы взяли в «Магните», как я сказала, 50 рублей за килограмм. И у нас здесь чуть больше килограмма на 54 рубля. Мандаринки снова. Давайте вот так вот у вас. Оп. Снова взяли мандарины, как и в прошлой закупке я вам показывала, попробовали, они оказались очень вкусные. Мандарины 50 рублей 14 копеек за килограмм, и тут тоже кило 100 у меня на 55 рублей. И также взяли еще вот такой вот виноград кишмиш белый, он был 110,50 за килограмм, и у нас здесь почти кило 300 на 141,80. Вот такая вот... Огромная-огромная закупочка у меня вышла. А, да, забыла вам показать. Самое главное, забыла вам показать вот такой вот
Мармелад. Мармелад стоил 90 рублей. Французский сад с соком. Вот такие вот здесь мармеладинки. Дети у меня его просто обожают. По весу здесь сколько? По весу здесь непонятно сколько. Но, в общем, они такой любят. 90 рублей стоила эта упаковка. Ну и, как я уже вам сказала, получилась закупка эта не бюджетная. Но надеюсь, что на ближайшие дни вот таких вот крупных покупок у меня уже не будет, потому что все для готовки у меня сейчас уже есть. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.